Подмосковный дворник задолжал почти 2 миллиарда рублей. Об этом рассказали СМИ Воскресенска, где женщина и работает. По информации изданий, несколько лет назад она пыталась устроиться на работу и подписала какие-то документы. Ну вот, в итоге стала учредителем и директором компании. Компания эта взяла в банке 30 миллионов долларов под ее имя и чудесным образом обанкротилась. А должна, как вы понимаете, осталась эта женщина. Потому что поручительство также на нее было записано. По предварительным данным, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы обязал ее выплачивать эту сумму. Вот зарплата у дворника, давайте математику вспоминайте, 15 тысяч рублей. Больше половины суммы взять нельзя. То есть 7,5 тысяч в месяц она гасит этот миллиардный кредит. Путем несложных арифметических действий мы получаем 250 лет, чтобы погасить этот долг.